чай орел вместе. Еще командира должен хант как в этом целка трэш напуливает, командира вытягивает. Да? Двух командиров. Почему понятно? Ну, прицел, здорово, братан. Здорово. Как дела? Нормально. Вот, как на X5 начали играть, говорят. Я видел, что вчера там где-то в рейде сидели. Да, я гильдию создал уже, как Stars на X5 за Альянс. Да я знаю. Ну, играет, нет тут? Да. Это странно, тут он не заходил давно, куда еще раз чекнул. Где? На ком? Вдруг ты на профи дал ебать, если ты на профи, тогда я бы сказал молодец. На сурке не знаю, да не, почему хуйня, я не играл, тут 2 месяца не было, да, 5 гер, откуда я знаю. Что-то рейд слабенький был, что ли? А Мака это не Сузуки? Есть Сузука. Просто я видел его цифры и немножечко охерел. Итоговый ДПС за все ЦЛК 19К. Даже не смешно. Блять, можно на трэше каждый раз разгонять и стабильно на боссах. Да на каком трэше? Он в боссов за 20-ку давал. Ну, фуловым магам почему бы и не давать? Маги бить всех боссов вряд ли он подавал. Ну, блять, профа отнимем. Понятное дело, этот. Вальку отнимем. Что там? Синдру. Синдру, да почему нет? Синдру спокойненько, можно пятнашку выдать. Не 20 же, ёб твою мать. Ну, 20, конечно, нельзя выдать, потому что метки эти уже освобождён. Я тебе говорю, что он говорит, из-за инс было, сколько он сказал, 20. 19К, 19-100. Видишь, вот этот трэш перед этой... Скорее блядь. Всего, это на трэше разгонки были. Если бы он чисто боссов бил, не был бы у него такой средний ДПС. Он на боссах у него было больше 20. Ух, метки бить один. Это там вот, блядь, минус 4 метки сделал. Он, правда, припоты жрет пачками. Если человеку позволяют дать карман бодрать пачками припотом. Почему бы нет? Накладно вообще-то. Может у него фул этот кап голды. Если бы у меня был фул кап голды хотя бы на одном персонаже, я бы, блядь, пил бы припоты на присте, на двух пристах, на сове, блядь. На паладине бы. Как да, то есть я иду в инс, я выдаю ДПС и какие циферки там, рекаунт, не рекаунт. Циферки это для мутантов. Слышишь, я хотел пошутить про хуй линейку, но потом что-то задумал, что это говорить, это что-то. Ну тактику, что кто-то тактику еще не знает в 2018 году. Да ну много людей. Ой, вчера, например. Не все же 8 лет играют. Ну типа, знаешь, вот мне понравилось. Ну когда Вальки, блядь, унесли всех нахуй, когда ты начал там уже на 80% орать, перевели пацаны. Да-то.
Погоди, что, Джордж, дай. Ты что сказал, кливаем валик, Славик, или что? Типа, стоп ДД по валькам? Ну вот видишь, опять же, люди не думают, а, блядь, у них должны быть... Согласен, более прицел, каждый дерь, должен да, еще и своей головой думать, а не только РЛа слушать. Ну так ты пилот, я всегда стою, когда он ведет мяча на край, и один стою хуй к центру ближе, потому что может Валька схватить там, блядь, полететь на спринтах каких-то, и тебе стан не дадут, а от центра ты спокойненько успеваешь добежать на изача. И там только, блядь, Валька Бибопа выкидывает в мусорку нахуй, блядь, и платформа появляется нахуй. Типа у меня был случай один раз, меня она выкинула на, блядь, этот ёбаный мыс, можно сказать, или как он называется, ну мыс назовем его. На крае, да, крайнюю точку материка вот этого ёбаного. И я делаю шаг, понял? А персонаж не повернутый, блядь, и он бежит нахуй. Но он был повернутый, почему-то побежал назад. И он падает с обрыва, и там уже вот пиздец, что делать? Лол, блядь. Что случилось? Он в рейд крутанул. Ларри. Ник. Нет, я выбежать не успел. Ну конечно. Нет. Тут никто не успевает. Ханты, ханты. Где ГП? Где ГП? Вайпайтесь. Рейды, которых мы заслужили, блядь. Минус 13 тела, из них один хил. Нормально. И танк один. Ой, бля. Ну, Славика и рейдах не был просто. Усмиряющий. Как? Славика как прачки дамажат. Всё, блядь. Кто это такой шутник? Завалил всех. Прицел, читай гимн. Зато обычка резко стала более интересна. Сильная наша держава. Спасибо. Аллах Акбар, блядь. Могу. Хоть мы приснулись, нахуй били быстрее за мной. О, лям 300. Славик, а был бы ты в холле присте, да? Ты бы один захилил. Сука, я даже когда не словил, блин, благодаря вам. Кого там, сука, музыка играет, блядь? Мама, я могу, блядь, выключи голос. Чё, охуел? Ты кто такой? Да где ему не сможешь, Славик, отключить? А меня слышишь?
Прикинь, тогда я охерел, короче, захожу в РК, сижу тут. Полчаса сидел в РК, там думал, может, попаду. Бибоп зашел, 20 минут меня не кикал. И потом какой-то челик, блядь, я забыл его ник, нахуй, какой-то друид. Взял меня тупо с РК кикнул, нихуя не написав. Я тупо молчал, я просто висел в РК. Нет, не Шанан, Дима бы меня не кикнул, я бы его разъебал. Я в пятой пати, я ШП, я не хил. Гильдаль. Маску по локам дайте и лапу друиды. Там можно коня убрать, мне поставить полезно. Ебать, ачивка. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мы, братья, гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале... Я ощутила присутствие... Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что... Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Слуги! Обратите их в пепел! Thank you.
обратить в пепел. Это заклинание еще не готово. Ой. Пизды получил бы. Галеон, я... Потом опять будешь орать, зайдите кто-то во тьму. То Войт спекнется в холле Христа. Где рыба лежит? Скользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Лишь страдания. Входите, если посмеете. Я пока не могу прочитать это заклинание. Как он меня, блядь, тут глушанул? Что за хуйня? Свет уйти. Перед посланником смерта крыла.
Я переспыли. Насладитесь сполна ее вкусом, ибо когда вернется мой господин, этот мир сгинет в огне. Эванс, кто-то тут только что рольнул. Ты не скри. Рабочку я понял? Есть. Ну дай пати, он плюсую. Брат, секунд. Так, кому плюс? Блин, я думал, на кого-то, на другого персонажа зайдут и будут собирать группу на это. Забей. Нет, 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 не все зашли. Эй, Сидрот. Сейчас начислю ему, да, сейчас, сейчас. Да можно. Динрот, я начислил, у меня просто оповещение отключено в аддоне. А, окей. Где? Thank you.
Я могу чем-нибудь помочь? С Долорана все летите сами, хули вы там сидите, бля. Давай ты блекает. Все, делай. Сейчас я зайду на работу. Я вот спрашиваю, что. Наверное, стоит собирать ссылка. Чтобы снимать исступление, мне надо эти яды на рогу специально вносить. Себе. Обычку. Я плюсану его. Собирай целка, не бей головы. Чё ты за лока? Да я тебе говорю, не соберется там, рейд. Ну с пугами идти нахуй надо. Это же бычка. Я на выходе.
Ну, я снаружи, я у камня. Тык, я уже нажал. Я захожу, да? Есть силы, погнали там. Бейте пробудителя. Я в ВК заходил. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Я пока не могу прочитать это заклинание. Лишних нагрузок. Я еще на секунду вам встану.
Это первый раз? Второй. Заберите круг. Ханкер зло, вот чё ты стоишь, блядь? Ты дамажить будешь? Вот Трипи взял пуга, и он, блядь, стоит, хуйней занимается. Сейчас ещё сролю чмотку, блядь, кому чешку. Иди сюда, блядь, ближе к дереву. Релогается, да все, блядь, что ты нахуй, блядь. Да.
9 секунд и там стал. Да нормально, это все стереотипы, раз шаман так сразу резко. Тихо, бери. Дайте каску по пристам, палы. Сейчас. Ребят, мне кажется, или у нас нету бафа инты? Блять, у меня есть. Ни каски, ни кулака, бля, у каски уже. Да сейчас. Я кулаки. Я уже. Белин, да, от краски. Смотрите, это Ваня на камни повставляла, и хераси. А, Олег, нет. Ты так прямо спрашиваешь, что вставлял? Иди нахуй, блядь. Я плохо шпотил. Это лот. Знаешь, что такое flight time? Flight time. Ты не прожмешь усмиряющий заранее, но сейчас прожал, пока летит, долетел. Понял? Да. Много круче. Если люди будут, где центр находится босса, то ничего не будет такого. И правильно тончить боком к озеру, чтобы достояли в озере и дамажили его во время полета. По бафам кто что? Я кулаки. Я только пришел. Поздравляю.
Паладина, бафните по себе им по 5. Опните, блядь, коня психа. Вы поставьте там броню какую-нибудь, полезный будет. Без вас я бы долго не продержалась. Сколько там стаков было? Ну, на тебе было 3 ходки и 7, а тебя сложило. Гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Потому что резать, привыкли, что резают. Чините, кому надо. Сейчас я вас бафлю. Да-да-да, я бафлю. Пепел!
Я. Святилище пало. Подожди, кто первый свет диспелит? Разница, все равно прибегаю. Время. Насколько она разольется. Но меня метка откинула, подъебло этому боссу. До стены-то добежать нельзя было? Зачем так диспели? С
Истиней. Сколько процентов? Тут единственное на поле лишь. Все, когда надо зайти? Далее зайти. Блять, сам себя диспейте, что? Блять, зайти во тьму, что ли? Блять, ты до стены донесешь, Ханк? Нет, до стены, до самого упора стены. Стена. Бейте свет. Синтонет хил со тьмой. А чего тьма упала? Да потому что я хилю-хилю не успел дохилить, и танк упал. Линконит отхил с тьмой, хила пожалуйста. Не хватило, не того хила отправил просто во тьму. Ну ладно. Именно. Слишком легко. В свету вообще тут нормально, тут никто не приседал, кроме танка. Принесите, давайте. Слава, линконит хил, пожалуйста, со тьмой. Мне интересно, сколько я и тромбон нахилили. Ну потому что, блин, выбора не было. Там все проседали, доты не спасали.
И тромбон, если на тебе метка хил, диспейте сами себя, два хила. Да я стараюсь. Просто я только с мага. Немножко не привыч. Мы слава почти один-один нахилились. На сами себя. На лестнице всех. Сейчас подожди, зайду в шум. Да. Войдом. Бикапу. Да, бикапу. Лагучки. Да. Друидом, по-моему, кем-то. Нет, варом приходил. Это Гериум был варом. Сам Гериум был, блядь. Ой, Старкол, по-моему, воин Старкол. Так, сейчас ЦЛК. Оп. И по захорошему. Да. Нет, тихни, пожалуйста. Сейчас еще не все дошли. Тупее моего телефона только я сам. Это жесть. Короче, Айзенрод, у него походу нету второго ЕП. У нас в гильдии, короче, так нельзя. На одного персонажа два раза за КД без двойного ЕП начислять. Да, да, я ему надо на барабашку начислять. Точно. Сейчас зайду. Че сейчас, ЦЛК? Заходите на БДК кто-нибудь.